Apple представляет. Я убежден, что мы должны приложить все силы, чтобы доставить человека с Земли на Луну и вернуть его обратно. Мы тысячи лет вглядывались в небеса и мечтали об этом дне, когда человек наконец коснется Луны. Люди по всему миру ждут, затаив дыхание. Дамы и господа, это прямое включение. Вот он. Шок, в который это событие повергло нацию, невозможно выразить. Советский космонавт стал первым человеком, высадившимся на Луне. Красная Луна. От создателя звездного крейсера «Галактика» и продюсера «Стартрека». Мы думали, на кону престиж страны, но ставки оказались куда выше. Работаем дальше. Мы еще поборемся. Новый план, господа. На Луне есть вода. Мы вступаем в эту безумную гонку, чтобы победить. Но и тогда мы не остановимся. Надо ускорить разработку лунной базы. Ты станешь кандидатом в астронавты. Нет уж, я стану астронавтом. Мы покорим Марс, Сатурн, звезды, галактику. Сносят вправо, берегись! Орел, это Хьюстон, как слышно? Это не конец гонки. Прежде всего, мы должны думать о будущем. 3, 2... Ради всего человечества.